Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я поиграю в игру Injustice, и играть я буду не золотыми персонажами, а серебряными, да. Я решил поиграть с какими-то другими персами, при том, которые легче прокачать, легче всего прокачать в плане поднятия элиты, и тем самым решил выбрать серебряных персонажей, потом, возможно, поиграем и бронзовыми. Потому что, реально, почему я все время играю золотыми? Потому что иногда это уже реально начинает надоедать, и хотелось бы поставить каких-нибудь персонажей послабее. Ну, я решил выбрать серебро. На серебре у меня будет зеленая стрела, Джокер и Флэш. Да, я выбрал этих персов, думал выбрать еще Найтвига, но потом подумал, нет, все-таки Найтвиг не подойдет для сборки, такой более-менее легкой и атакующей. Найтвиг как-то подходит больше таким вот гориллам, где будет истощение и так далее, ну, при нем. А так, вот такая вот небольшая сборка. Смотрите, как идут жизни. Вот больше всего мне нравится, как хп идет. 18 тысяч у зеленой стрелы. У Джокера 17 тысяч. Но при том у Джокера, посмотрите, я не докачал еще левел. У него 47 уровень, не 50. Поэтому, возможно, и 17к. Потом там все изменится. И Флэш 16 тысяч жизней, 50 уровень. Атака приблизительно одинаковая, но у зеленой стрелы атака ниже, чем у Флэша и Джокера. Поэтому, блин, не знаю, как получится, но попробуем сейчас поиграть. Последнюю битву сыграем, опять же. Хотя, можно и не последнюю битву сыграть. Посмотрим. Также я не добавлял экипировку этим персонажам, потому что хотелось бы посмотреть на ихную силу без экипировки. Но давайте последнюю битву, опять же, выберем. Тут без разницы, что выбирается. Главное, что будет какая-то битва, плюс за это бонус еще дадут какое-то за прохождение. Тут еще до 30 апреля осталось всего лишь несколько дней. Ну, как дней, 29-го, 30-го завтра. А, ну да, день. Получается, день остался. И поэтому вот такие вот дела. Такие вот дела. Ну, ладно, что ж, сейчас посмотрим. Возможно, у меня получится Ареса выиграть. Хотя навряд ли, у меня там очков не так уж и много, чтобы выигрывать Ареса. Ну и как вы видите, нам сразу выдают золотых персов третьей элиты. Блин, это жесть, конечно. Подбор, конечно, шикарный, особенно если посмотреть на этих персов. Ладно, что ж, такие персонажи, будем играть ими, почему бы и нет. Давайте нажимаем в бой и поехали. Первый бой. Это, конечно, будет очень круто, на мой взгляд, потому что я уже давно серебряных персов в руках не держал. Ну, кроме испытаний, конечно. В испытаниях я ими играл, но, блин, это все. Это все, а так я все время золотыми персами пытаюсь играть, играть и играть. Бронзу и серебро использую только в испытаниях. Если бы там не было лимита на серебро и бронзу, я бы использовал только одно золото, мне кажется так. Так бы было и быстрее даже. Ну и здесь, как вы видите, благодаря зеленому фонарю у них какая-то экипировка, и что это такое стоит. Ну да, экипировка у них есть, поэтому, сами понимаете, возможно, это щит какой-то. Я не знаю, честно говоря, даже не буду рассуждать на эту тему особо-таки. Просто хочу сейчас накопить суперудар второго уровня и показать, насколько же крут этот суперудар, например, у той же зеленой стрелы, потому что это реально так. Это реально так. Сейчас будет удар по нам нанесен, но тут там нам пофигу на него. Вот это да, блок ставлю. Отлично. Ну и здесь мы выносим первого золотого персонажа. А нет, смотрите-ка, выдержал. Мне казалось, не выдержит, потому что очень-очень серьезный суперудар второго уровня у зеленой стрелы. Ну, как вы видите, его немножко раскромсали. Но не настолько уж, чтоб было о чем переживать, скажем так, потому что перс хоть и... Да, все-таки прикончили, да. Хотел закончить мысль и забыл на чем, потому что прикончили персонажа. Ну ладно, у нас тут еще, как вы видите, да-да-да-да, забыл сказать как раз-таки, вот кто у нас еще тут. У нас еще Чудо-женщина, я забыл о ней рассказать немножко. Ну, от нее мы избавились довольно-таки быстро, вообще никаких проблем не составило. Флэш, конечно, очень крут, на суперудары Флэш это лучший перс. Ну, жизни, конечно, жизни у него много, но почему-то... ну, как сказать вам, зеленый фонарь, он с ним разбирается очень быстро. Плюс это отечественный зеленый фонарь, поэтому он и победил. Ну, красный сын, скажем так, да, это будет более правильный. Ну и за победу дают меньше, конечно, очков, чем раньше, потому что там и накопление было, и 2х, по-моему, у меня раньше. Плюс еще там золотые персы были, поэтому такие вот дела.
Вот здесь подбор мне нравится, конечно же. Дарксайд и два перса. Да, кстати, у Дарксайда пассивка, помните это. И поэтому то, что вот вы сейчас видите, ну, то, что тут серебро, а там бронза какая-то, ты победишь их легко. Нет, у них на 300% больше сила, поэтому, ребят, сейчас, возможно, это еще похуже будет, чем с предыдущими. Поэтому тут уж я даже не знаю. Я даже не знаю, что получится сделать. Так, ну давайте посмотрим. Хотя нет, они не особо такие сильные. Мне казалось, будут гораздо сильнее. Хотя, возможно, это киборг просто такой, а все остальные будут сейчас меня разбивать по полной. Ну, пока что, если посмотреть на киборга, посмотреть вот на Дестроука, то какие-то они, ну, никакущие, скажем так. Да, вообще, ну, вообще в них ничего такого особенного, что нету. Давайте посмотрим 200%. Вот так вот, отлично. От одного избавились фрика. Осталось еще с двумя разобраться, скажем так. И проблем вообще никаких нет. Так, ну здесь я блок ставил. Вот сейчас, кстати, смотрите, киборг тоже блокировать начал и накапливать себе суперудар. Но я его разбил защиту. Теперь, кстати, он вообще ничего не будет делать. Ну, кроме Дарксайда, который только что выскочил, меня попинал немного. Ух, вот это да. Вот это да, суперудар второго уровня получается, да? Не успеешь ты ничего, Дарксайд, сделать. Получай, отлично, улетел, молодец. Хорошо, хорошо. Без экипировки, ребята, справляется. Вот это я понимаю. Слаженность, можно сказать, и так. Победа, отлично. Что ж, победили. Серебряные персы затащили только что каких-то, ну, бронзовых, золото. Да, кстати, было легко довольно. Мне казалось, что с пассивкой Дарксайда все будет гораздо сложнее, но не тут-то было, все довольно-таки легко справились на 100%, можно сказать и так, и сохранили всех персов. А вот здесь вот и началась наша проблема. Седьмая элита, 50 уровень, экипировка, все. Вот тут вот мы и застрянем, мне кажется. Хотя, если так подумать, Найтвиг, да, Найтвиг. Блин, вот с Найтвигом проблема, конечно же, очень большая. Потому что, ну, истощение, сами понимаете. Если и бить Найтвига, то это накапливать в сидячем, можно сказать, состоянии, не выпуская персов, суперудары, и только потом что-то делать. А так Найтвиг будет блокировать, мне кажется, и зеленую стрелу, и всех он будет блокировать. И плюс еще у него пассивка. Это что за пассивка-то такая? А, блин, это не пассивка, это экипировка. Я путаю все время. Пассивка, экипировка. Блин, вот это да. Прикончил практически стрелу. Ну, блин, добил ее. Ох, все, тут хана, блин. Ну, такой подбор, конечно, он жесткий будет, конечно. Очень жесткий. Жаль, что комп не определяет или сервак, что там выбирает это все. Экипировка, которая стоит на персах. Потому что, ну, блин, когда я без экипировки играю, тут на меня целая туча с экипировкой лезет, то, конечно же, все будет гораздо интереснее смотреться. Ну, вот, вы сами видите это. Давайте, блин, ну, тут блок, это вообще нечестно. Так, давай. Если сейчас прикончим, отлично, еще не все потеряно, смотрите-ка. Блин, я тут блок ставлю специально, чтобы... Давай, нет, фу, хорошо, Джокера выберем, давайте. Харли Квинн, Джокер, может она увидит Джокера и потом вообще его бить не будет. Все-таки возлюбленный, что-то в этом роде там. Где-то возлюбленный, где-то хозяин, где-то друг, где-то враг, и не знаю. Короче, где как, в общем-то. Так, отлично, ставим блок. Пока что все хорошо идет, довольно-таки хорошо. Я бы не сказал, что все настолько плохо, насколько кажется. Хотя первоначально я предполагал, что я проиграю. Но тут, как вы видите, все пошло наоборот. И я наоборот, можно сказать, выигрываю. Так, отлично. Плюс еще штуковина Джокера это работает. Не помню, как она называется, там отравление, либо как-то так. И снимала ей жизни. Нет, мы победили, и это довольно-таки круто. Вот этот бой уже был более-менее экстремален, скажем так, потому что это реально, ну, блин, ощущалось на все 100%. Что ж, 95 тысяч практически до 100 дошли, и следующий бой будет, я думаю, настолько же крутым, как и предыдущий. Что, что у нас дальше? Супермен, Черный Адам, кстати, 4 элиты 46 уровня. И Скорпион 41 уровня и 1 элиты.
Будет сложновато, скажу так. Будет сложновато. Подбор тоже довольно-таки странный. Но, блин, я и в прошлый раз так говорил, поэтому в этот раз пока что не говорить ни о чем не буду. И делать поспешных выводов тоже, потому что, ну, вы сами понимаете, что может все пойти в обратную сторону. Что ж, давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну, пока да. Супермен Гудфол, это, конечно, жесть. Он блокирует, можно сказать, каждый мой удар, и тупо я его не могу никаким образом пробить. Может, Джокером получится? Нет, Джокер тоже как-то особо-таки не хочет пробивать. Ну, он, конечно, делает, но пробивать не пытается особо. Вот это да, да. Но тут я промахнулся, сам виноват. Так, горение. Отлично, давайте используем суперудар второго уровня. Пока что третий уровень не буду использовать, потому что он тут попросту не нужен. Так, отлично, ставим флеша. Ну и тут, я надеюсь, хоть что-нибудь сработает, поэтому... Отлично, отлично. Здесь можно было суперудар первого уровня использовать, но лучше наверняка. Отлично, так. Здесь то же самое делаем, но здесь, кстати, не получится скорпиона, мне кажется, приложить, потому что блок поставил. Так, отлично. И последний удар. Все, замечательно. Остался один черный адам. Так как у меня нету больше суперударов, а черный адам делает истощение, вы, я думаю, это помните. Поэтому придется копить пока что на флеше и джокере суперудары. А стрелу в жертву, да, жертвой его, ее сделать, скажем так, его точнее. Ну, ладно, что поделать. Стрела, кстати, тоже это истощение делает в каких-то случаях, там, вроде бы. Хотя, может, и нет, может, это ошибка была моя. Ну, ладно. Давайте посмотрим сейчас, что я сделаю черным адом с помощью Джокера. Ну, да. Его бомбежка сработала, но не настолько великолепно, насколько мне бы этого хотелось. Но все равно победа. Победа, ребят. В этом бою тоже победа. И это очень и очень круто. Что ж, отлично, может опять сыграем сейчас так, что выиграем последнюю битву, и это было бы очень-очень классно. Что ж, 95200, 96000, 97600, отлично, замечательно. 610 монет также получено. Что ж, и следующий бой, это у нас уже выше, чем середина. Женщина-кошка, Дестроук и опять же Найтвиг. Найтвигом надо как-то разбираться. Я не знаю, каким образом, но в прошлый раз, когда участвовал Найтвиг, наша команда чуть не проиграла. Поэтому здесь, при этом он золотой еще. Нужно как-то постараться, как-то блокировать. Я не знаю, что угодно делать, но не дать Найтвигу нанести очень много урона. Потому что он может это сделать. Он реально может это сделать. Но так как Найтвиг последний, его может в конце выпустить, я буду не против. Потому что если он выйдет в конце, то это будет очень хорошо. Ну, что я могу сказать насчет женщины-кошки? Ну, блин, медленная как-то. Она особо-таки не показывает ничего в этом бою. Ну, если так подумать. Блин, надо... Ах, было выпускать. Ай-яй-яй-яй, что я делаю? Так, ладно. Пока еще не все потеряно. Так, давай. Отлично. Отлично. Сейчас вынесем. Давай. Ах, практически. Так, ладно. Практически вынесли Найтвига. Это уже хорошо. Главное, что вынесли его практически. А там уже добьем. Добьем каким-нибудь образом. Остается Дестроуком разобраться. Ну и женщина-кошка, вы сами видели, особо-таки не блещет какими-то такими способностями уж дикими. Ну да, кровотечение сделала. Мы сейчас ее отравим, тем самым будем терять здоровье вместе, поэтому оба хороши. Отлично. Так, и выпускаем сейчас зеленую стрелу. Разбираемся с нею до конца. Блин, какие же они живучие. Чувствуют, наверное. Отлично. Но остается с Дестроуком разобраться, потому что Дестроук очень-очень серьезен в этом плане. Блин, использовать хотел суперудар второго уровня, и тут на тебе. Ах, ладно, у меня остается еще два перса, надо что-то делать. Блин, блоки ставит. Таким образом... Да капец, ну как же так? Ох, ну блин, поражение, ну это вообще никакие ворота не лезет. Ладно. Блин, вот здесь вот реально ошибка была в том, что, я не знаю, ну ошибка, как вам сказать. Ошибка была, наверное, со стрелой, там, с флешем тем же самым, когда, да, ладно,
И блок я еще не успевал поставить. Ну да, эта команда меня победила, хоть она не была сильнее предыдущих команд, сразу скажу, она не была сильнее, и все так произошло довольно-таки быстро. Раскидали меня на все 100%. Ну, блин, что могу сказать? Давайте зайдем еще раз и попробуем стандартную битву, три поединка. Здесь я, скорее всего, сумею выиграть, и поэтому... Ну, три поединка, потому что там оставалось в последней битве тоже три поединка, и поэтому, да, такие вот печальные новости, можно сказать, и так проиграли. Но что поделать, что поделать. Шазам, Скорпион и Статик. Вот это вот команда, я понимаю. Давайте в бой. Что ж, продолжим. Продолжим атаковать, играть и попробуем, конечно же, победить, если это получится сделать вообще. Ну, я надеюсь, что получится это сделать, потому что это нужно сделать. Что ж, ждем. Отлично. Первым у нас выходит стрела. Ну, конечно, защита, понятное дело. Вот так вот наносим некий урон. Замечательно. Отлично, работаем. Так, пока что все хорошо. Скорпион даже ничего не делает. Это очень-очень хорошо. Ну, вот то, что статик сменился и такие вот лаги пошли, это вообще ни в какие ворота не лезет, потому что... Реально вот сейчас из-за того, что вот эти лаги, я просто не сумел блок там поставить или еще что-нибудь не сумел поставить, когда оглушение. Окей. Оглушение это еще не так плохо. Так, ладно, придется как-то прикончить статика тогда, потому что у меня как раз суперудар третьего уровня тут наклевывается, можно сказать. Ну и тут статик под руку попался, поэтому почему бы и нет? Почему бы на данный момент не разобраться со статиком? Да, сейчас я со всеми разберусь тут. Ладно, скорпион так скорпион. Какая разница? Либо тот полетает, либо тот полетает. В любом случае, нужно кого-то было прикончить. И тут как раз-таки под руку попался скорпион. Отлично. Что ж, ну и тут, конечно, я попытаюсь с Джокером накопить суперудар третьего уровня. Почему бы и нет? Мы не видели еще их суперударов третьего уровня. Я, конечно, использовал их, но все равно они как-то сами по себе... Я им, вот, например, на сериях, еще старых сериях, не очень часто пользовался. Поэтому такие вот дела. Ну и давай, Джокер, покажи. Покажи, как надо правильно сражаться этому Шазаму. Отлично. Что ж, ну и давай с грантушки его. Вот так вот, отлично. Что ж, ну и остался один Шазам, с которым справится Флэш, у которого есть суперудар второго уровня. С одного удара нокаут и победа. Да, ну тут не было сложной команды, и поэтому победили довольно-таки легко, без каких-либо проблем, поэтому я практически накопил уже, по-моему, 100 тысяч, да, остается еще один бой, и я накопил 100 тысяч. Хотя этого будет мало, Яроса я, скорее всего, не выиграю. Да, такие вот дела. Ну и следующий бой, это 7-я элита, 50-й уровень у всех персов, поэтому будет бой жарким, я думаю. Плюс экипировка нехилая у каждого персонажа, поэтому, скорее всего, там, параллельное снятие жизни будет приблизительно по 1500, если не больше. Поэтому в любом случае будет довольно-таки сложно. Я так думаю. Ладно, давайте посмотрим, что вообще у меня получится сделать. Может, они не будут успевать мне урон наносить, и тем самым я накоплю суперудары, которые мне нужны, и победить сумею. Так, отлично. Ну, пока, как вы видите, особой движухи нету, они особо-таки меня не атакуют, и я атакую пока что их параллельно. Просто нужно немножко подрасчитать, и проблем не будет. Так, ну тут блок был. Тут блок был, и дальше по мне нанесли урон жесткий. Так, ну, конечно, 8000 щитом, это, конечно, правильная атака. Блин, вот то, что флеш поменялся, это не очень хорошо, потому что там и так у стрелы жизни немного. Поэтому придется как-то тут разбираться с флешем, можно сказать, параллельно. Так, отлично. Вынесем. А, замечательно. Так, ну, пока что я еще не использовал, кстати, этого Джокера, поэтому надо его все-таки выпустить и попробовать как-то нанести урон. Плюс его отравление сработает на ней. Ну, хоть с жизнью будет параллельно с отравлением сниматься. Ну, вот видите, 356 параллельно снимается. Плюс я еще наношу около 400 там или сколько. Ну, и тут еще один перс, можно сказать, целый остался. Ну, блин, это несерьезно. Ну, ладно, давайте попробуем. Победа.
Да, зеленая стрела, очень крутой перс. Это я ничего не хочу сказать насчет зеленой стрелы, блин. Каждый раз показывает себя на лучшем уровне, и поэтому я накапливаю 100 тысяч, 100 тысяч, 101 тысячу, 102 тысячи даже. Но это не, тоже не особо-таки много, поэтому я бы не сказал, что тут у нас получится что-то сделать, но хоть как-то. Ладно, и последний бой, это седьмая седьмая элита у каждого, но уровень невысокий, но зато экипировка нехилая, поэтому... Возможно, благодаря экипировке могут выиграть. Возможно, не выиграют, потому что экипировка будет стоять не та, что нужно, там, с восстановлением жизни, либо там с повышением урона какой-нибудь. Если у них будет отнимание жизни где-то на 1500 параллельно, то тогда да, тогда они победят. А так, мне кажется, тоже будет. Ну вот, смотрите, экипировка здесь сделала свое дело. Уже накопила суперудар первого уровня Бэтмена, плюс восстановление жизни. Отлично, плюс у меня уже сняло не так уж и мало здоровья. Сейчас, замечательно, я еще не могу пользоваться суперударом первого уровня по какой-то причине. Наконец-таки могу это делать. Хоть в этом спасибо. Так, отлично, теперь главное, когда он подходит. Замечательно, я первый успел. 200%, отлично, до строка мы избавились. Остается только каким-то образом с Бэтменом разобраться. Хотя не знаю, каким образом с ним разобраться. Он восстанавливает все жизни, блин, а это очень-очень плохо. Ну и атака у него нехилая, как вы видите, блин, надо менять перса. Очень-очень надо менять. Ой-ой-ой, истощение, ох-ох-ох-ох, вот он, вот наш убийца. Я не заметил, что там был Найтвик, я реально не заметил этого. Все, вот он наш убийца. Фу, порвет всех персов, реально. Ну, вы видите его атаку, но, блин, как с таким вот можно сражаться? Как? Я не знаю. Экипировки как будто бы... Так, отлично, ставим блок. Отлично, Джокер, хоть ты выживешь, может. Может, мы что-нибудь еще придумаем благодаря тебе, Джокер. Нет, мы навряд ли что-то придумаем. Не, Найтвик тут сносит всех. Тут на него экипировки налепили такой, что... Я даже не знаю, что сделать ему, этому Найтвигу. Отлично, я его вынес, вот что я сделал. Ух-ух-ух, ну поражение, но тут оставалось очень мало, я практически победил. Да, надо было все-таки Найтвигу сразу давать прикончить Джокера, и все, проблем бы меньше было, и плюс у меня еще персы остались. Но я забыл про пассивку Джокера, да. Что ж, ну, в принципе, вот такие вот бои с серебряными персонажами. Ну, что я могу сказать? Сыграли два боя и два боя проиграли. Ну, две локации, я не знаю, как битвы, давайте скажем так. Две битвы сыграли и две битвы проиграли, можно сказать и так, да. Поэтому, что ж. Но все равно эти персонажи очень хороши. Возможно, в следующий раз я соберу какую-нибудь другую серебряную сборку и добавлю туда Найтвига, чтобы всем было сложнее меня порвать. Ну, а на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.